Ямочный ремонт переходит в круглосуточный режим. Если раньше дорожники работали только по ночам, теперь ремонт не будет останавливаться и днем. А чтобы автомобилисты не угодили из-за дорожных работ в пробку, для них на сайте администрации разместят график ремонта. В нем отразятся и адреса, и время работ. Так что маршрут движения можно продумать заранее. Работая пока только ночью, дорожники уже успели отремонтировать 25 тысяч квадратных метров асфальта. В прошлом году к этой дате было сделано в 1,5 раза меньше. Сейчас за сутки рабочие ремонтируют рекордный объем – 1000 квадратных метров. Но и это не предел, уверен глава города Олег Фурсов. Эти темпы недостаточно. Вы хоть и увеличили в 1,5 раза объем выработки, да, было 600 метров, сейчас 1000 или 1100, вы даже говорите. Мы ставили задачу где-то 1500, 1400, 1500. Значит, под это нужно подтягиваться. 15 апреля срок губернатором установлен, мы должны с вами ямочный ремонт завершить. Количество бригад по подготовке ям к заливке решено увеличить с 15 до 20. Планируют и дополнительную спецтехнику привлечь. Она тоже будет работать круглосуточно. Сейчас ямы на самарских дорогах заливают 11 кохеров. Это машины, разогревающие асфальтобетонную смесь. Но пока только 4 из них работают и днем, и ночью. Аварийный ямочный ремонт в этом году коснется 21 улицы. Это почти 40 тысяч квадратных метров. Две дороги из этого списка ремонтируют компании-подрядчики по гарантии. На гарантии «Стройсервис» устраняет свои недостатки в этом вопросе, и кусочек попал, который на гарантии находится у нас по «Победе». Он тоже в данной ситуации, они его сделают на этой неделе. Это по ремонту литой асфальтобетонной смеси, все остальное они устранят при наступлении положительных температур. Ямочный ремонт используется как экстренная мера – быстро привести дорогу в порядок, пока на улице еще холодно, и другие дорожные работы невозможны. Как только воздух прогреется и столбик термометра не будет опускаться ниже нуля, начнется более масштабный ремонт картами, а также комплексный ремонт улиц. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».